Tavakin, tavakin, nailok sinnas varin, vohodain vokul, ma ferakas tal, ark finnor og palgan, fudnos honsin grossan, tavakin, fahin, kogan mundra. Всем привет, дорогие зрители, подписчики, с вами снова Рыжик. Мы продолжаем играть в игру Skyrim. Мы находимся в Айверстеде. И я думаю, что мы сейчас поедем, наверное, съездим за крапивником. И потом, наверное, поедем в Вайтран. Так, кровище тут вообще капец. Вот, кстати, тут локация. А, это зал Гейермунда. Во. Тут еще локация какая-то. Курган вот мы очистили. Здесь еще рядышком какая-то погребальная, видимо, или что-то типа того. Нам надо в одинокую скалу, чтобы забрать крапивник. Мы сейчас, наверное, туда и поедем. Здесь вот пещера какая-то рядом. Я хочу сейчас посмотреть, что за пещера там. И дом, смотрите, какой-то. Мы сейчас сюда завернем. По-любому, потому что мне очень интересно, что же тут есть. А, ау. А здесь медведь. А здесь медведь. Медведь, медведь. Так, ну что, поучимся стрелять от третьего лица. Сейчас он нас задерет. Он нас задерет. Он нас задерет. Он нас задерет. Так. Где мое лечение? Так. Так, так, так. Может, Лидию убить? Мимо. Да вы смотрите, они как убиваются. Давай. Еще кто-то здесь, нет? Ой, какой-то звук. Дракон прилетел. Офигеть, ребята, прилетел дракон, причем морозный вообще дракон. Так, планы меняются. Планы меняются, мы мочим дракона. Или он нас. Блин, валим. Стражи, вы где? Стражники, давайте, мочите его. Я, короче, тоже попытаюсь что-нибудь сделать. Слушайте, это не легендарный дракон, смотрите, он какой. Так, безжалостную силу, во-первых. А, какой же ты дракон, интересно мне знать, а? Да не, легендарный он не должен. Обычный дракон просто. Все, хана. Нет, не хана еще. Ну, может быть, хана. Вот это он вообще скотина, конечно. Так, а где он? Ой. Просто если он в меня попадет, мне сразу хана. Надо, чтобы он сел где-то. А кто в меня стрелял? В меня кто-то стрелял. Ну, блин. Так, завалили мы опять дракончика. Дракончика. Завалили мы медведя, а не дракончика. Я тут сразу сохранюсь, но дракона я уже не вижу. Дракон уже, скорее всего, не прилетит. Потому что уже все. Ой, ладно, пофиг на дракона. Не прилетит, да не надо. Ладно.
Медовая пещера. Ну вот что это за пещера, мне интересно. Вот сейчас мы туда вяжемся и все. Я улей хочу. Может мне его сбить как-то, не? Ну-ка. Упал? Он прям в пещеру упал. Капец. Ну, короче, его не взять все никак. То есть только так. Там медведи! Так, ну что мы будем делать-то? Я даже не знаю. Так. Вон там еще один медведь. А, жесть. Хорошо. Тогда делаем так. Что ж ты делаешь? Одного мы одолели. Давай. Главное, чтобы он Лидию не убил. Давай, давай. Во, во, все, отлично. Завалили медведей. Так, Лидия, ты вообще как? Ты как, Лидия? Фух, так, хорошо. Сразу сохраняем. Ну, я чувствую, конечно, что тут не два медведя. Их тут, наверное, больше. Мне так кажется. Я не знаю, не помню, что это за медовая пещера вообще. Путевая звезда Меридии. Новая рука коснулась знака. Слушай, слушай меня и повинуйся. Ты кто? Нечистая тень проникла в мой храм. Тьма, которую ты уничтожишь. Возврати мою путеводную звезду на гору Килкрит. И я сделаю тебя чашей, несущей мой очищающий свет. Нифига. Мы начали новое задание, нечаянно, нежданно-негаданно. Так, запертая комната. Ну, берем мы это, берем, да. Так, это мы не берем. Слушайте, а может тут все? Больше нет? Скелет с золотом в скелете. Нет, наверное, больше тут нету никого. Там, по-моему, дальше прохода-то и нету. Кого тут козу жрал? Ну, понятно, окей. Так, тут ничего нету вообще. Ну, вы видите, да, что там больше вообще идти-то и некуда. То есть все. Хорошо. То есть тут было только два медведя. А, отлично. Ну, сейчас посмотрим, зачищенная она или нет. Сейчас выйдем, карту откроем и посмотрим. Ой, улей! Улей! Не, подожди, надо улей взять. Пчелину улей. Пчелиное гнездо. Отлично. Все разворовали. Тут домик еще чей-то.
Мне интересно посмотреть, чей это дом. Я говорю, едем в одно место. Сейчас мы тут покатаемся по всем местам, да? Нормально, чё? Кто там? Кто это? Блин, паук. Блин, паук. Блин, я промахнулась. Ну, смотрите, какая гадость. Получи. Так, ну посмотрим. Я там выражение. Ну, мы, короче, забираем, да, все это дело. Посмотрим, кто живет тут в этом домике. Правда, я не вижу, где домик. Он внизу, что ли? Опа. Посмотрим, посмотрим. Так, ну вообще... Вроде дом как дом, да? Хижина алхимика. Ну все понятно. Все понятно. А где сам алхимик-то? Хижина алхимика. А алхимика-то тут и нету. Хорошо. Тогда мы что сделаем? Мы заберем хавчик и потом себе что-нибудь сварим. Да? Хорошо придумала. Так, а что в корзине? Лук. И все? Ладно, пофиг на лук. Так, это что? Книжка. Какая-то нефартовая. Дневник алхимика здесь. Сумка аптекаря. Дневник алхимика. Так, а он ничего не перелистывает, да? Приехать сюда было блестящей идеей. Местная флора обладает множеством полезных свойств, которые я смогу применять для своих новых настоек. В плодородной почве... Черенки какой-то. В плодородной почве черенки, которые мне удалось собрать, дали корни. Отлично растут и плодоносят. Сегодня после обеда я планирую отправиться за грибами, поскольку мой запас начинает истощаться. И пару слов о личном. Я решила перенести лабораторию на открытый воздух. Послеобеденная свежесть благотворно влияет на мое самочувствие и располагает к работе. Ну, походу, дело его кто-то сожрал. Я не удивлюсь, если те же самые пауки. Так, гриб, чеснок. Штучек. Так, да в принципе все. Мы сейчас тут все соберем. Нам все ж надо на всякий пожарный. Так, ну все. Где там лошади? Это что у нас? Граноцвет? А где лошадь-то моя? Ха-ха. Круто, где моя лошадь? Ага, бежит. Зараза. А что-то у нас какие-то неодинаковые стали. А, не одинаково, мне показалось. Так, карта. А, ну так я правильно еду. В сторону вот этого вот домика алхимика надо ехать. Оба. Стоять. Да подожди, Лидия. Так, оленина. Оленья шкура. Отлично. Сохранимся на всякий случай. Потому что я смотрю, тут еще одна пещера где-то рядом. Да по карте сверится.
Да, что мы едем в правильном направлении. Да блин, вообще они охреневшие. Ой, так, где? А, зелье. Что, нет у нас, что ли, ничего? Обалденно. Так, картофель, зеленый, яблоко. Давайте яблоко-то съедим, что ли. У меня даже нету ничего, что могло бы мне придать вообще здоровье-то. А где волк? Я его что, убил, что ли? Нормально. Каким макаром я это сделала? Позвольте узнать. Хотя ладно, это не важно. Это не важно. Поехали мы дальше. Тут, кстати, холодно. Сейчас сохраняемся, потому что эти волки, ну их нахрен. Так. Горный козёль. Так, ладно. Ну вот я говорю, здесь пещера еще. Не знаю, прям здесь. Подальше, что ли? Ну да, здесь холодно. Пора. Пещерочка. Лошадь стоит. Что-то мне уже стрёмно как-то стало. Там лошадь чья-то. Если там чья-то лошадь, значит там кто-то есть. Логично. Блин. Давайте посмотрим. А лошадь одна стоит. А где хозяин? Как-то это странно. Очень. Лошадь украсть. Где твой хозяин? Лошадь. Короче, ладно, по-любому небось, какой-нибудь охотник тут ходит, охотится, просто лошадь стоит и все. За ним не пошла, видимо. Пещера, в которую я сейчас не пойду, я ее мимо проеду, потому что, по-моему, насколько я помню, здесь должно быть задание с собакой связано какое-то, да? Вроде бы. Я же говорю, охотник, вот он. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Кому я же говорю. Этого плохо? Если не жадничать, то здесь добычи хватит на всех. Я же говорю, охотник. Точно, и лошадь это его. Так, ладно. Ну, мы тем не менее едем дальше. В принципе, я вот такие моменты могу вырезать. Так, что-то у меня... Что-то у меня подвисло все. Так, ладно. К братьям Буре можно заехать. Мы же им не враги, ничего. Мне там где-то писали в комментариях, да, что можно у братьев Бури подойти к карте посмотреть. Ну, я подошла к карте, я нажала, и мне ничего не отмечается. Вот. Если знаешь кого-то из истинных сыновей и дочерей Скайрима, скажи им, пусть идут вверх. Солнце-ненавистник. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Понятно. Ой, нет, не нужна мне ваша тумбочка. А, в общем, к карте я подошла, и ничего вообще, то есть... Никакой информации у меня от этого нету, поэтому... Не знаю. Сундук. В сундуке мы все тырим. Тумбочка.
Утюг нам не нужен, спасибо. Спасибо, не надо. Зелье лечения я у вас возьму, зелье здоровья тоже. Спасибо, ребята. Я надеюсь, вы не обидитесь, правильно? Вы же не обидитесь, я думаю. А, так, когда привет. Снова убивать имперца? Привет, ребята. Можно сражайся с вами погреться около костра? Или умри достойно. Да, я думаю, вы не против. Я, а то я тут вся замерзла, хожу с голым пузом, понимаете ли. А, вот. Так что как-то так. Так, ну все, хватит. Давай. Ну, отойди от костра. Уйди от костра. Непослушная. Так. Ребята, мы поехали. Только куда? Я, по-моему, вообще сейчас здесь не проеду. Да блин, эта лошадь вообще такая какая-то... Это лошадь. Такая лошадь. Что просто купец. Так, ну, вроде бы я должна правильно ехать-то? Или нет? Я думаю, что да. Так, вообще-то я здесь ставила маркер. И нам надо на... Нам надо проехать, где братья Бури, в общем, там. Через них. А, нет, не через них, а вот этой тропинкой, походу. Вот этой тропинкой. Не было сомнений. Блин, меня там одну убили. Так, что у нее было? Кожаный ранец, каменный топорик, меховой капюшон с шарфом коричневый. Хорошо, но мне это не надо. Сапоги мне это тоже не надо. Снегоступы? Это что-то новенькое, кстати. Увеличивает скорость передвижения на 10% в холодных регионах, но уменьшается на 20% в других местах. Я первый раз, кстати, вижу такую штуку. Может быть, это новые ввели? Но я заберу. Я заберу, конечно. О, круто мы ее. Так, у нас новый уровень. Откуда? Кто это? Кто? Так, начался бой. Одна готова. Тебя. Вторая готова. Быстро надо у них забирать все, что есть, потому что я думаю, что сейчас там еще кто-нибудь нагрянет. Коричневый рюкзак. Да заберу, конечно, я рюкзак у нее. Так, еще одна ведьма. О, у нее черный рюкзачок, смотрите какой. Я могу Лидии просто дать рюкзак. Вот, меховой плащ путешественника я тоже у нее заберу. Я его Лидии отдам, если что. Чтобы она не мерзла. Я все еще здесь. Так, я хочу обменяться с тобой вещами. Я к твоим услугам. Да. Давай, Лидия, у тебя меховой капюшон белый есть, да? А я тебе дам сейчас... что я тебе дам? Вот. Держи. Веди. Вот. И тут же сохранюсь. Так, нам надо сюда к ведьмам. Мне кажется, кто ж меня зарядил тогда в задницу прям огненным шаром?
Здесь вообще-то ведьмы, да, живут, по ходу дела. А я хотела подойти поговорить, и на меня наехали эти ведьмы. Одинокая скала. Может, по-тихому получится, не, подойти-то? Ну, а кто меня может увидеть? Кто меня тут может увидеть? Я никого не вижу. Сюда. Бой. Офигеть. Офигеть. Короче, это эти ведьмы. Так, я решила обойти с другой стороны, но меня сейчас уже убьют. Так, где у меня лечение? Короче, это эти, как они там называются, вот эти вот ведьмы такие страшные-страшные, это вот они. Да давай, открой. Крадемся, короче. Так, мы ее замочили. А, одной меньше. Да, у нас новый уровень. Огромный черный кожаный ранец. Да что, мы возьмем? Продадим. Нормуль. Кто меня видит, я не пойму никак. Меня кто-то видит. А кто, я не знаю. Потому что вроде тут нет никого. Я сейчас тут сохранюсь. В общем, я вот здесь видела где-то руны, по-моему. Вон руна, да. Там морозная вроде бы руна стоит. Нам в нее надо не попадаться. Желательно. И нам надо здесь убить как можно больше ведьм, чтобы они нам потом не мешали, потому что там наверху баба-яга такая противная и страшная. И вот она очень мощная. Тетка. Вообще их тут двое было, насколько я помню. А сейчас что-то одна. Вот, блин, вот мне маг нужен. Потому что воин как-то, ну не знаю. Вон она уж там возбудилась, эта тетка. Не знаю, как ее убивать. Кроме нее там... Ой, нет, не то взяла. Там просто еще кто-то есть. Я хотела бы того, кто там есть, выманить. Потому что, чтобы вот эта вот баба нас не... Нас видит. А,
ну вот это вот. Так, понятно, здесь еще вот это вот. О, слушайте. Это хана прям сразу. Давайте я возьму. Ее сейчас убьют. Или нет? Так, ладно. Будем как-нибудь помогать Лидии спасать. А, спасли. Так. Я вспомнила, они называются ворожьи. И их надо мочить быстро. Иначе это может плохо кончиться. Блин, я не вижу. Где она? Предметы. А, есть у нас какое-нибудь зелье? Так. О! Блин. Как там было? Яд антимаги. Не-не-не. Урон запас сил. Отнимаю эту цель 50 единиц магии. О! Отлично! Мы убили ворожью. Амулет ведьмы. О, круто! Крапивник. Наручи ведьмы, одежда ведьмы, перо, сандали ведьмы и таинственная сила. Лидия. А Лидия? Ты ее убила, эту даму-то? О! О! Зашибись! Мы справились! Круто! Лицевая повязка голубая. Зачем она? А зачем она? Ладно, я возьму. Ну, пускай будет. А, так, это мне не надо. Это мне тоже не надо. У меня там уже есть. Ну, трость я Лидии дам. Лидия, спасай, конечно. Я все еще здесь. Спасай, моя дорогая, положение, потому что я перегружена, короче. Я к твоим услугам. Давай я тебе дам какой-нибудь портфель. Меховой рюкзак коричневый вот у меня есть. Хочешь такой? А у меня, кстати, какой? На 35 единиц. А здесь есть такое, да? Еще что тут у нас есть? Вот такой есть. Огромный черный кожаный ранец. Блин, не знаю. Угу. Ей надо что-нибудь такое. О, сопротивление огню увеличивает. Прикольно. Давай я тебе, Лидия, дам вот этот рюкзак, что ли. Ты его, кстати, надеваешь? Да, смотрите, она надела его. Круто вообще. Так, ну... Раз уж тут такое дело, мы сделаем вот так. Правильно? Правильно. Не дай бог упасть с этого дерева. Будет очень плохо. Что тут в сундуке имеется у нас у ворожей? Ни хрена хорошего, кроме отмычки. Так, черепа. Сколько она людей погубила? Скотина. Коготь ворожей, пентаграммы душ. А, здесь... Я вижу камень, мелкий камень душ. Я не знаю, он с чем-то или он пустой. Понятия не имею. Ну, я его все равно возьму.
Здесь у нас ничего нету больше. Ага, еще вот здесь вот надо посмотреть, потому что здесь мы еще не были. В скелете пусто. А здесь у нас мешок пустой. Вот в бочке лежит морковка. В этой бочке чеснок. А тут морковка. Здесь помидоры. Так, сундук. Ну вот у нас одна отмычка, и нам надо как-то это все сделать. Я сейчас сохранюсь и буду пытаться открыть. Так. А, у нас две отмычки. У нас две отмычки. Что? Две попытки. Открыть сундук. Ага, минус одна попытка. Ой. Ну, может, получится, нет? А! Ну, давай же. Может, не в эту сторону надо? А, черт! Все. Ладно, ребят, сейчас я тогда открою и вернусь. Все. С третьей попытки кое-как открыла. Так, ладно. Тут пустой камень душ. Я хочу это взять с собою. Я заберу это с собой. Так. У меня где-то должна быть лошадь тут. Сейчас я ее позову. Так. И мы поедем в Айтран. Ты моя сладкая кошара. Коняшка. Кошара, блин. Ой, что-то моя лошадь вообще какая-то... Какая-то... Странная. Сохраняемся. А то сейчас какая-нибудь сволочь попадется на пути, еще убьет нас. Так. Вайтран, Вайтран, Вайтран. Как нам туда попасть? Хелген. Ой, блин, ну как ты меня бесишь иногда. Рифтен, Хелген. В эту сторону. Опа. Так, так это Хелген. Мы его объедем, потому что там бандиты в Хелгене. Ну нафиг. Так, это Хелген был. В принципе... Я примерно знаю, где мы. Мы сейчас в Фолкрите будем опять, да? Только вот я не совсем... Нет, мы будем не в Фолкрите. Мы будем сейчас в этом, в Ривервуде. Точно, вот, Ривервуд. А, это можно сюда свернуть прям. Хижина Анис, которая меня пыталась убить. Короче, сразу вот сюда, в эту сторону. И здесь можно... Проехать спокойненько, я думаю. Так, там еще можно наверх, вон там какие-то опять руины, но мы туда не пойдем. Блин. А, кстати, неплохо было бы, если вы отписали бы в комментариях, нужно вам вот это вот смотреть, то, что как я еду, или просто я могу эти сцены обрезать, а там уже
Остальное... Этот собака. Так, у нас, да, еще новый уровень. А вот, я могу, то есть, эти сцены обрезать и просто включать те сцены, где, если мне что-то на дороге попадется, интересно включать уже и... И все. Так, предметы. То есть, записывать интересные моменты. Как стрёмно. Олень! Что-то он враждебно настроенный какой-то. Этот олень. Кролик. Что-то я уперлась куда-то, ага. Темно, нифига не вижу. Да блин! Жесть! Так, опять тут какая-то выдра. Да... Ой, как они бесят, эти лошади. Не дают вообще никак пройти. Ну, это просто капец. Ассасин? Что за ассасин? Из Assassin's Creed? Прокляни тебя, Лура! Да ты смотри! Вообще офигевший! Про Азура что-то говорит. Получи, скотина. Ибо нефиг наезжать на прохожих. Записка ассасина темного братства. Ну, понятно. Теперь все с ним понятно. Давайте мы его сейчас оттащим под деревце. Заметем свои следы, так сказать. Поедем дальше себе. Ну а чё? Нормально. Подрались немножко. Темное братство, прикиньте, за мной охотится темное братство. С какой стати? Я чё, важная шишка, что ли, чтобы за мной охотилось темное братство? Кошмар. Не знаю, вот сколько вот я играла, да, вот третий раз играю. Ну, я по два раза не до конца проходила. Не все. Вот. Ну, не столь важно. В общем, сколько раз я играю, первый раз на меня нападает ассасин темного братства. Вот серьезно, ребят. Это довольно-таки забавно, так знаете. Так, что тут у нас? Стражники Вайтрана? Так, что вот забавно все это дело с ассасинами. Так, надо будет тут продать одну броньку. И, кстати, надо посмотреть, сколько у нас денег. Может быть, у нас есть уже 5000 золотых, и мы можем купить дом. Хотелось бы тут... Больше нету никаких мужиков, которые хотят убить бедную женщину. Бедная женщина нашлась-то, да? Блин, да я не это хотела сделать. Слазь с лошади. Слезай, говорю. Ой, что ж ты у меня такая упрямая. Слезь с нее. О, давай. Отлично. Я хотела забрать вот эту фигню. У меня еще есть рюкзак вот такой. Я его оставлю, на всякий случай, пускай будет. Вот. Ну и мне нужно будет его сейчас продать, этот пластиновую эту броню. Она мне нафиг не нужна, в принципе.
Вот. Так, и у нас. Прошло автосохранение. В принципе, давайте мы здесь, наверное, закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока.